Арно Фишера называют одним из тех мастеров, которые сказали новое слово не только в своей сфере, но и оказали огромное влияние на всю художественную практику европейского искусства, включая современность. Кроме того, Арно Фишер известен как замечательный педагог, воспитавший не одно поколение нынешних фотографов. Имя Арно Фишера – это, конечно, одно из самых ярких и значительных имен в истории не только фотографии, но и всего искусства 20 века. Когда-то об одном выдающемся импрессионисте было сказано так: «Это только глаз». Но, боже мой, какой глаз! Вот, наверное, можно сказать, что Фишер – это только глаз. Это фотоглаз, но какой! Фотовыставка Арно Фишера, которую представил Баварский дом Одесса, является ретроспективой 140 работ мастера, разделенных на несколько тематических серий. Впервые о фотографе заговорили после его цикла «Ситуация Берлин» – социальных портретов горожан, над которыми фотограф работал 7 лет, и которые были запрещены к печати после строительства Берлинской стены. Увлеченность общественными процессами и отношениями между людьми сделала эти черно-белые снимки эталоном для многих последователей. Замечательная выставка. Выставка, в которой есть тонкость восприятия мира. Вот такое гуманное, глубокое, непоказное благородство отношения к людям. Есть то, что мы называем полузабытым словом «правда» и «истина». Так вот, я бы сказала, что Фишер – это истина. Еще одна тема – работы для модных журналов, которые также изменили подход к глянцевой съемке. Фотограф снимал на улицах города среди декораций промышленных заводов, а его моделями зачастую были обычные горожанки, которых Фишер выбирал среди прохожих. Фотография – это искусство, которое понимается без языка. Если ты понимаешь, может даже не знаешь, что существует язык фотографии, но он есть. И на этом языке можно говорить без слов. Вот когда фотография говорит без слов тебе многое, это настоящая фотография. Вот эта выставка одна из таких. Также в экспозицию вошли серии фото из путешествий и полароидные снимки последних лет жизни. В 1978 году фотограф вместе с женой переехал в сельский дом, где разбил сад и устроил птичьи вольеры. На протяжении 30 лет с этого момента он создавал серию «Сад», часть которой вошла в фотоальбом, изданный в 2007 году в Германии. Именно эти работы критики называют наиболее значимыми в творчестве фотографа. С 6 по 30 марта легендарные снимки можно будет увидеть в Одесском музее западного и восточного искусства. Марина Баканурская, Александр Нелупов, Домская ТВ.